проживаю в городе Орск непосредственно в спальном микрорайоне. И вот поверьте, у меня есть трое детей, мне 33 года. Я работал на двух заводах, карьера управления, НЦЗ. И жил я в подорожье. Вот как вы говорите, да, у вас там нет детям дышать. Есть земля, езжайте, у нас Россия большая, войны, море, где нет промышленности. Дайте нам заработать.